252 пятерки за одну четверть. Рекорд успеваемости поставила девятиклассница из Новокуйбышевска Вероника Горбунова. Пришлось постараться больше времени тратить на подготовку домашнего задания и отвечать на каждом уроке. К тому же больше всех Вероника получила и пятерок по химии. Какую профессию выбрать в будущем, девушка еще решает. Выбор между химиком и журналистом. На самом деле, честно говоря, я очень люблю химию, и мне действительно нравится этот предмет. И, возможно, может быть, я буду сдавать его как ЕГЭ, и, может, и дальше куда-то пойду с уклоном на химию учиться. Но это еще все обдумывается. Вероника стала победительницей акции «Губернаторский дневник», которая проходила во всех школах области впервые. Глава региона Николай Меркушкин наградил лучших школьников. В их дневниках только за 2 месяца больше 150 отличных оценок. Мы надеемся, что вы потом выберете учебу вуза Самарской области. У нас сейчас все больше и больше медалистов. Процент медалистов, которые остаются на учебу в Самарскую область. Вузы сейчас активно работают, оттягиваемся. Самарский университет – участник федеральной программы и имеет все шансы войти в сотню лучших вузов мира. Кроме того, в регионе есть 2 опорных вуза. Создается научный Гагарин-центр. Отличники задали свои вопросы губернатору. Спрашивали и наиболее востребованных сегодня специальностях, и об олимпиадах для школьников, и о привилегиях, которые дает учеба в центре для одаренных детей. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.